Всем привет, дорогие друзья, с вами Енот, а это клуб настольных игр «Мир в коробке». И сегодня у нас на распаковке настольная игра «Стальная арена. Бои роботов по пятницам». Ну что, посмотрим, что там за бои проходят по пятницам. Вот такая вот небольшая коробочка, но для своих размеров она большая, будем реалистами. Давайте же мы посмотрим ее поближе. Вот такой шикарный суровый арт. Автор Юрий Ямщиков. Я лично его не знаю, но много на нем наслышан. Вот. Далее у нас еще роботы. Локализатор Gaga Games от 2 до 4 игроков, от 12 лет, от 30 минут. Я думаю, что... Хотя, может, и 30, но я думаю, все-таки от 30 минут. Итак, у нас мы видим компоненты. Здесь будут роботы, будут их апгрейды. У нас по составу игры... Вот состав игры мы уже видим здесь. Но зачем же смотреть состав игры, если можно ее просто взять и открыть? Как всегда, открываем аккуратненько. Помогли издать эту игру Юрию Ямщикову Gaga Games. Вот, так что все здорово. Так. И маленький спойлер. Я смог к этой игре раздобыть один доп, который вообще мало где числится. Я вообще его с трудом смог найти даже на сайте Gaga. Но у нас к ней сразу два допа. Вот, и третий сейчас должен уже выходить, и мы его, надеюсь, получим, потому что, несмотря ни на что, то есть я эту игру должен был купить раньше, но что-то не задавалось, купил только сейчас, но уже все будет сразу купил полным комплектом. Итак, очень интересно, в правила вложено что-то еще, но давайте мы начнем с правил, вот такие небольшие, с прикольным артом, таким взрывом светящимся. Итак, мы смотрим, они сделаны на достаточно плотной бумаге, мы уже видим состав игры. Далее у нас есть, что это? Это у нас памятка игрока, описание модулей. И вот, слишком круто было смято пополам, но не смято, а согнуто. Вот, в принципе, можно было бы чуть-чуть уменьшить и разместить на одной половинке, наверное, а может и нет. Вот так вот это выглядит. И их здесь, соответственно, 4 штучки, что хорошо, отлично. Люблю, когда памяток по количеству людей. Итак, у нас здесь сразу же в углу встречают 4 жетона в зип-блоке. Судя по всему, это они сделаны, видите, из очень толстого картона. Сейчас. Толще, чем каркасон, я думаю. 4 вот таких вот жетона. Едем дальше. Кстати, надо открыть правила. И что? Верно, посмотрите. Это у нас жетоны роботов, которые будут выдаваться каждому игроку. Мы вскрываем этот маленький пакетик. Сейчас мы посмотрим. И в нем у нас жетоны перегрева сразу будут встречать нас. Что-то он не хочет вскрываться. Ух ты ж. Опа. Все. Я его вскрыл. Видите, настолько хорошая вырубка, что выпадает. Так, у нас вот такие вот жетоны перегрева. Выпадающие жетоны перегрева, но это здорово. Чем, смотрите. Вот столько выпало после падения, и остальные допадали во второй, при втором ударе. Итак, у нас есть 4 вот таких вот жетончика. Обратная сторона. Это у нас уже пошли в тени. Смотрите, у них оборот... Не с цифрами. То есть, видите, здесь есть жетоны 1, 2, 3, а у этих нету жетонов 1, 2, 3. То есть нету нумерации. И в списке я пока не вижу их. Вот. Что-то это особенное. Хотя сверху у них что-то есть. 2, 4 игрока, 2 игрока, сколько угодно игроков. 2 игрока. Это, наверное, под какие-то определенные режимы игры. Сейчас я посмотрю. Ничего такого сходу не нашел. Ладно. Дальше нас встречают планшеты роботов. Они упакованы в достаточно плотную пленку. Очень неаккуратная трава. Так, у нас первый. Ксеркс. Ксеркс? Это был такой завоеватель.
Сторона А, сторона Б, судя по всему, для разных режимов игры. И последние два робота. И теперь нас ожидают жетоны. Друзья, это фиаско, двойное фиаско. Сейчас расскажу, почему. Я не заметил, что камера прекратила снимать. И мы остановились там на планшетах. Вот они. И вы, возможно, не узнаете мою боль, которую я встретил, а может, вы узнаете. Итак, планшеты были почти сохранены, вот не выдавливались. Так они выглядят. Сейчас, опа. И этот. Вот, а боль в чем была? В том, что одна из, две или одна из плиток, две, по-моему, очень сильно повреждены были прям вот со старта. Прям боль и разочарование. День сегодня очень странный, хотя перед этим вот проводил распаковку птицы Европы, все было хорошо. Так. Такие вот жетоны, вот такие жетоны. Опа. Вот. И вот она боль. Да, нет, повезло, только один жетон поврежден. Вот так вот поврежден был жетон, очень сильно. Прям вау, непонятно, что с ним случилось. Такое ощущение, что по нему проехала машина. Ну, ножом вот так вот сделали, непонятно. Два жетона остались. Но это боль, друзья. Но я все всегда снимаю с одного дубля, поэтому я не стал ничего монтировать, просто продолжил съемку с того места, на котором я узнал, что камера не снимает, потому что телефон заснул. Снимаю ее на телефон, потому что камера — это дорого. Так, я что-то не посмотрел, что там было в предыдущем, но мы быстренько посмотрим. Есть вот такая подсказка. Жетоны мы видели, перегрева. Ну и, в принципе, все остальное мы видели. Вот такая вот небольшая, большая, глупая распаковка получилась. Но, надеюсь, все будет хорошо. Ну что ж, друзья, вот мы и провели распаковку настольной игры «Стальная арена. Бои роботов по пятницам», где мы нашли 76 боевых тайлов или апгрейдов, как хотите называйте. Их много, и они крутые. 4 роботов, фишки перегрева, 4 подсказки на каждого, так сказать, робота, точнее того, кто управляет роботом, правила и жетоны игроков. Но не без ложки дегтя. Попался один тайлик, вот он, вот такой вот, да. К несчастью, он немного поврежденный, то есть здесь такая вот линия через весь тайлик белая. Увы, но я не расстраиваюсь. Почему? Потому что у нас есть еще 2 допа. Вот. Но, тем не менее, Gaga Games, если вдруг увидите, мы будем рады получить такой тайлик новый. Его номер 2 — это уравнитель. Вот, ну что ж, друзья, теперь вы можете подписаться на нас на ютубчике, поставить большой палец. Также мы есть в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, Инстаграме, на 2 международных сайтах. TCR и BGG, везде мы клуб «Мир коробки» или просто «Мир коробки», потому что каждый играет огромный мир в маленькой коробке. Всем пока!